Это произошло в маленьком городе Кировское. В компании братьев. Да, моих друзей, а ее моих братьев. Братьев. Давно прошло, оказалось, наступит не скоро. Ты необъяснимо, да? Это необъяснимо вообще никак. Да я не знаю, понял и все. Вот что это тот человек, который мне нужен. Я давно еще поняла. Даже при первой нашей встрече. Артем еще не понял, но я уже понимала. 9 мая. Это произошло, да, 9 мая. Об этом вообще никто не знал. Мы сидели в кругу семьи, да. Семья у нас большая. И я начал разговаривать с ее отцом, попросил руки и сердце у его дочери. Он согласился. И потом сделал предложение Лиде. Это было очень неожиданно, на самом деле. Лида никто согласилась. Не ожидал. Теперь мы вместе? Навсегда. Вместе.